Что, вперед поехали, у нас чаша. Оказывается, я всегда думал, что чаши нужны для того, чтобы их слушать и сливаться с этим прекрасным звуком. Но однажды я узнал, что люди их используют для совершенно иных целей, для какой-то там вибрации. Причем используют активно, и им такие чаши нужны. А поскольку мы не хотим торговать, я не хочу торговать девятиметальными чашами тоненькими. Они и хрупкие, с одной стороны, конечно, прекрасно вибрируют, но звука от них нету. Поэтому мы ищем другие варианты вибрационных чаш. Вот чаша 35 сантиметров. Она, скорее всего, тоже пятиметальная. Не семи, то есть не, ой, на семиметальная. Вот. 3650 грамм. 35 сантиметров, номер 154. Такая вот чаша. Ну, давайте послушаем чашу. Наверное, надо начинать с большой колотушки, да? Какой-то насекомый бегает в чаше, вот он массаж достается, какой он, наверное, сейчас просветлеет просто там. Thank you.
в магазин схожу, она будет еще играть, когда я вернусь. Ну, выпью чай лучше, ладно. Ну, в общем, что-то там еще происходит. А вот теперь перестала. А если придут чаши, это 35, а у нас будет 42, да? 42 сантиметра вот этого качества. Это получается вот такая чаша. Ну, если эту чашу я слышу, сидя в 3 метрах, можно сказать, вибрацию, если ее раскачать, что достаточно несложно, наверное, 42 будет слышно за 5 метров. Ну, не за 5, но за 4 будет точно слышно. Ну, это на мой, может быть, сверхчувствительный организм. Вот такая вот штука. И пока она еще здесь, а пыль налетает все равно. Спасибо.